eSportBets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну что, мы снова здесь. Всем еще раз привет. Возвращаемся в прямой эфир на стадии старта, скажем так. У нас вторая карта. Дождемся ее начала. Ну и ваши прогнозы. Да, не знаю, на самом деле, насчет прогнозов. Если IG сейчас обсудят как-то нормально, адекватно, посмотрят то, что Cloud9 действительно очень сильные соперники, с которыми нужно считаться, то у них возможен шанс, что они соберутся и две карты подряд заберут. Если они сейчас подумают, что да ладно, ребят, просто с пиком не проперло, надо чуть потерпеть и типа сейчас пронесем, то может нифига и не заехать. Потому что просто потерпеть против Envy — это не всегда хорошая задумочка. Этот пацан знает, что такое. Когда ты смотришь на команду, у которой средняя игра 60 минут, и ты понимаешь, что терпеть не стоит, наверное, да. Они раз начинают они... играть после 50-й. У них early game как бы заканчивается. Early game раз... закончился, ребята, пора. Вот он, Зевс, 18,7 тысяч дэмэджа. Фата там с Бладстоуном бегал, с рефрешером, так каст и выдавал. Пытались его фокусить IG в замесе, пытались на него добегаться перед брейкером, но этого не получалось. Bone 7 просто и Мизери не давали ничего сделать. Просто. Тут больше, наверное, проблема все-таки в бернинге, который вообще дэмэджа не нанес на мейн керри, потому что 7,8 тысяч для ликантропа, а это должен быть керри, который в БКБ за 2-3 тычки жирает любого саппорта, как-то маловато. Самое главное... здесь именно момент, это подчеркнуть, в БКБ. А если БКБ нет? Сорян. Сори, как бы, да, гайс. Нет, вот та драка на Т2 Тавере, где он ворвался, не собрав все БКБ, практически поставила крест на игре для IG. Я еще хотел добавить по поводу того, что вот сильная, не сильная команда. У нас вот проблемы там, например, у СНГ команд есть, да, там семи про класса, недооценка противника.
это типа, что это за аматоры играют, мы сейчас их быстро раскатаем. Не надо так относиться. Cloud9 команда сильная, они это показали и демонстрировали на протяжении всего турнира, исключая в лузерах там многие коллективы, поэтому IG вот так на халяву пройти на спиритбрейкерах, вот это вот задавить противника не получается. Нужно аккуратнее играть с Ивови как-то. Да, Dota игра настроения. Если вчера ты вытащил без проблем эту команду, это не значит, что ты сильнее ее классом или еще что-то. Это банально мог быть не день ребят или твой день, когда у тебя все получается, все прет, проходят башики. А на самом деле Dota — это такая игра, где 2-3 везучих момента не могут изменить игру вообще колоссально. Какая-нибудь Мартра прыгает в чужого керри и дает 2 крита. И ты выигрываешь файт, и ты выигрываешь игру. И ты думаешь, да, они слабенькие, но они их не почувствовали. Ну, типа, элемент рандома присутствует, да, но вот на этих ланах конкретно несколько раз уже было подчеркнуто то, что практически игры выигрываются на стадии драфта. По факту, да, то есть вот кто лучше напикал, тот, по сути дела, и прав. Здесь пики примерно равноценные были, опять же, вот только из-за ошибок IG они, в принципе, слились. Вторая игра, проигранная снайпером. Это Black Ferrari. Блэк поломал снайпера. Поломал снайпера, все, брать его теперь нельзя. Слушай, ну это на самом деле интересно. Вот Ferrari его доломал. Первые два игровых дня 100% винрейт. Ну, практически до последней карты, до последнего матча. А сегодня прям не заходит первый снайпер. Ну, посмотрим, как будет второй карте, если опять же его будут брать. Я думаю, будут. Возможно, его будут брать ребята из Cloud9. Может быть, IG сейчас... IG не отдадут квапу, это понятное дело. Они идут без мастера. И, скорее всего, IG сейчас возьмут SF и пойдут по своей накатанной, скажем так, как вчера. Подумаю, да мы вчера, типа, не ощутили, что у них было. У них была Лина Керри и SF. Угу. И они не ощутили реально там 750 ГПМ у SF. Ну, слушай, вот может действительно брать тех героев, которые получилось против Cloud9? Да, мне кажется, сейчас трудно рассуждать, получилось или нет. То есть, если ты один раз этим хорошо сыграл, это не значит, что и второй раз да, заедет. Не факт. Потому что Cloud9 могут... Ребята не глупы, могут посмотреть демочки, посмотреть, где ошибались, где что надо изменить. Ага, вот здесь пошли агрессировать, когда не надо было, здесь там спасивили и так далее. Поэтому два раза одно и то же не получится. Это все-таки Доту сравнивают с шахматами, но да, здесь каждая фигура ходит как хочет. Ну, это проблема, кстати. То есть, да, то есть ты можешь запомнить, это делает это, а как они это синхронизируют, тут уже каждый раз все по-разному. Ну, типа, да, как шахматы, на первый ход противника может выйти, там, возможно, 24 хода каких-то, по-моему, 24 или 28, вот только единственные варианты. А в Доте тут этих миллион просто сразу с первого же хода, это посчитать невозможно, это понятно, да. Ну, у нас тут совсем скоро уже начнется карта под номером 2, вот буквально чуть-чуть нам осталось игроков найти только, не дошедших. Ну, тоже решил, как Вилат, поворачиваться. Я решил короночку Вилата замутить, и там нет игроков Cloud9. Вообще? Вообще. Ни одного. Тогда, ноль. Да, ну мы дождемся их. Вот они, вот он Envy, по-моему. А, ну Envy же это вот сходить, ручки помыть. Святое. Ручки помыть? Да. Теплой водой. Нет, он же каждую игру так делает. Зачем? Ну, у него традиция такая. Вот перед каждой картой, вот после, точнее, после каждой карты он идет в туалет, моет руки с мылом, все, потом ни с кем не здоровается, ничего, чтобы руки чистые, садится играть в следующую карту. И это вот после каждой игры. Что ты меня смотришь? Я шокирован. Шокирован? Шокирован. А как, по-твоему, он тащит на наги? Чистыми ручками? Невозможно играть грязными руками за нагу, понимаешь? Не, ну я беру вариант, что руки сильно потеют. Не, ну это понятно, да, ну... Не все же дотеры после того, как играли одну катку, идут руки моют, правильно? Некоторые дотеры вообще не моются, я тебе так скажу. Там дело даже не в руках. Месяцами можно сидеть и не сполоснуться даже. Не, ну я к тому, что, типа, для ребят Cloud9 может немножко побольше паузы нужна, поэтому мы будем их ждать. Да, ну, вы пока можете писать нам куда-то, в Твиттер, например. Твиттеры, контактики у нас здесь не работают и так далее. А ты видел, что мне Бёрнинг подарил? Что он тебе подарил? А, ты вчера шмотку заработал? Да. Ты вообще, как ты... Там смотрят по 2000 зрителей, как? Какие 2000? Там в Dota TV на китайцах Вичи Гейминг против Вичи, там был такой мрак, и он мне подарил? Ну и что, сильно? Я сейчас покажу тебе, ну, если доберусь. Ты миллионер тебе? Ну нет. Хотя... Рублевый хотя бы? Нет, ну... Вообще нет? Тысячионер, это... может быть, но я опять маленький. Тысяча... Плюс-минус 500 рублей. Там. А, ну где-то такой, да, вот. Немножко до миллионера не дотягиваешь. Ну да, придется поработать еще малеху. Да, ну, наши цирочки, хэштег SLTV12, хэштег SLTV, пишите что-то, интересные сообщения какие-то будем зачитывать, наверное, что-то. Голова вот, на Рубика за даблкил. Он тебе еще мифический, да? А, это рарный.
Эпически не повезло. Что, Клауда все на месте. Я так подозреваю, они пришли. Вот IG пишут, что они ready. Ждем Cloud9. Кого-то не хватает. Не хватает Бон Севена, который решил с нами покомментить. А, ну слушай, давай возьмем. Да не против, заваливайся, братан. Сейчас третий посадим, да, и народ, я думаю, поддержит его кастинг. Все любят, так что. А играть кто пойдет? А играть я пойду. Я могу на Фурионе. А, ты на флейне на Фурионе катаешь? Флейн. Слушай, ну тогда здорово. Да, так что Болтсева, тебя убираем, Болтсева насажаем сюда, а ты играть. Закладываем. Да. Завезешь им каточку? Да я знаю, как бёрдинга щемить. А, ты умеешь? Конечно. Слабые места. Ну, нам-то виднее. Мы нам виднее, мы знаем, где он ошибается. Да, да, да. Он же пока бы не покупает, все, на этом можно сыграть теперь. Дагон просто собираешь ферстайтами? Ну, бывает, щелкаешь. О, показывают нас IG. Ну, в принципе, то, что обычно настроены, это сосредоточенные, понятно. Да, конечно, настроены, не видно. Нотки сомнения, он Чуань сидит. Бёрнинг. Все настроены на победу. Ну, на самом деле, у нас были сенсации, да, вот в предыдущих игровых днях отлетали секреты неожиданно для всех. А та команда, которую там все практически ставили в топ-3 как минимум. Если отлетят IG, у нас будет еще одна сенсация от Cloud9. На самом деле, не такая уж сильная сенсация. Cloud9 очень сильная европейская команда, IG косопорили в первой игре, и большой шанс за две игры еще раз сопарнуть хотя бы разок. Поэтому это нифига не сенсация. Сенсация, когда IG показывают идеальную свою игру лучших времен, и тут их Cloud9 просто аплодируют. За 35 минут, да. А когда вот этот Баратрум в Т1 врезается под сейв ТП три раза подряд, и его убивают, и потом собака бежит без БКБ, это нифига не сенсация, это косяк. Это провал. Это провал. Провал. Слушай, а у Cloud9, я так подумал, есть отличная возможность снова занять второе место. Вечно вторые вот это вот. Проклятие. Вечно вторые? Да, они же Cloud9 были. У них есть возможность. Я тебе больше скажу, у них возможность первое занять есть. И поломать это вечно вторые. Трудно, конечно, будет против VG Gaming с преимуществом в одну карту, но... Не, хорошо, я согласен с тем, что если Cloud9 выиграет IG, не, может быть, будет, ну, неожиданным результатом, но не сенсация. Вот если Cloud9 еще в гранд-финале Вичи сломают, вот 3-1. Это будет поворот, на самом деле. И я знаю, что будет. Знаешь, что будет? Что будет? Китайские команды запрутся в подвалах на 2 месяца просто. Понимаешь? Нас кто-то смог выиграть. Да, там будет мрак. Вот я прям... Они не выйдут никуда, они просто будут сидеть и хреначить сутками. Они будут смотреть демки. Кого, Envy? Да, не знаю. Может быть, и Envy с собой в подвал заберут и будут хреначить сутками. Такой, кстати, вариант тоже уместен. Но на самом деле они будут жутко тренироваться. Когда ты выигрываешь первое, второе место, понимаешь, так, то, типа, да, ну ничего не изменилось. Ну, они да, все такие они же так слабые. Да. Приезжай на ладно разваливай. Да. А когда так по щекам, пам-пам-пам-пам. И Envy приехал-то туда, вот каждому бёрнингу там насувал. Энергетика на голову вот это вот. Да, там, конечно, это серьезно призадумываются. А так ли мы все делаем? Минус квапа. Ну, стандартные баны, да. Вообще стандарт, ничем не